А на стол положи, тут будет видно. Они убегут, они упадут, ушибутся. О, бедные. Вот. Ну как-то быстрее. О, видишь, как валится меня. Где, где, где? А этот тут шебуршит. Лежа, разгляди. Выше. Вот какие. Это как раки, только в море. У них, видишь, глаза на палочках? Угу. Глаз, раз, глаз такой, тик, и убирается туда. Вот так, Яночка, бывают такие крабики. Только здесь... И пальчиком не надо! Вот сюда нельзя. Это хурма. Это инжир. Почему-то инжира день ото дня на дереве все меньше им испаряет. Какое-то странное свойство этого дерева. Сегодня мы папу проводили на первые соревнования, и сейчас поедем с Яной на море. Это наше хозяйство. Это Янкин уголочек, где она оборвала весь виноград внизу. А Яна сидит в коляске и ожидает поездки на море. Нет. Ну что нет? Снимать тебя не надо, да? Не снимать. Яна, поедем, Яночка. Сидим, ждем папу. Кажется, собирается большая гроза. Гром гремит, земля трясется, поп на курице несется. Яна, ты гром боишься? А чего его бояться? Яна, как всегда, нарвала винограда хозяйского. Ай-яй-яй. Яна, виноград можно рвать, скажи мне? Да. А мама как все время говорит? Котик. Да, котик. Котик хороший, да. Котик Яну боится, потому что Яна ему чуть шею не оторвала. Голову, то есть. Чуть шею не свернула. Да. А у Яны, покажи, Яна, какой у тебя браслет красивый. Ох, у Яны какой красивый, красивый браслет. С бриллиантами и изумрудами. Сейчас польется сильный дождь. Яна, ты решила посмотреть, кто там в камере прячется, да? Какой глазик смотрит. Ну и кто там, Яна? Ух, и дождик припустил. Где-то там наш папа весь мокрый. А вот Яна стоит, да? Дождика боится. Яна, боишься дождика? Да. А что его бояться? Только повернись ко мне, пожалуйста. Расскажи, почему ты дождика боишься? И грома. И грома боишься. И огуречка. Расскажи мне лучше про огуречек. Огуречек какой? А дальше? Яночка, беги лошадку, неси скорее, лошадка промокнет. Скорее, а то промокнешь. Лошадку неси. Яна мокрая. Да, Яна мокрая, пока ходила за лошадкой. Вот это дождик. О, как шумит. Ой-ой-ой. Вот такое сегодня море. Ой. Соленый камушек.
Яна, ты только не съешь камушек-то. Кидай его в водичку. Сентября, потому что я смотрю, тут не выставлена дата. Янку ветром сдувает. Яна, ты что, купаться пошла? Поплыли, поплыли, говори. Поплыли, да, Яна? Яна, на море. Вот какие были волны, они уже кончились. Яна, смотри, какие волны идут, осторожно. Яна убегает от волны. Сегодня 13 сентября. А Яна купается в море. А в Питере, небось, холодно. Яна, аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой. Рыба, где ты? Рыбы нет, Яна будет вместо рыбы. Ой, Яна как.
Вчера здесь вода была тихая-тихая, прозрачная-прозрачная. И рыбки плавали всякие красивые. А сегодня волны, небольшой ветер. О, Яна, спасайся, волна идет. Яна, назад. Маму качает волна. Убегай, 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 Яна, убегай. Потеряла Яну, мама. О, Яна. О, как высоко залезла Яна. Молодец. А то тут что-то волны разыграли. Сейчас. Яна, назад. Сейчас дам. По мелководью бычков ловить. Вон какая там красивая волна. Яна, а ты сиди тихо, пока мама папу снимает. Яна, не ходи туда, пожалуйста. Там сидят страшные, ой, клыкатые. Яна, только ты туда ручки не суй. Яна, ой-ой-ой. Яна, посмотри на меня. Кто там, расскажи мне. Носик откусят сейчас те крабы, Яна. Сейчас я достану маленького, и мы его откусим. Яна, расскажи мне, не ходи туда, иди ко мне, расскажи, кого ты там видела. Кого ты там видела, расскажи мне. Кто? Кто в пакетике сидит? Хлеб. А как он клешнями делает? Быть-быть. Нет, это не он. А он папа сейчас отпустит маленького крабика. Ох, Яна, ножку убери, а то он тебе сейчас... Тап-тарап. Маленький, пусть растет. А он знает, куда ему ползти, к морю? Сейчас море отпустим. Отпустим. Ну, маму еще заграмал. Да не бойся. Боюсь. Он не больно отпустит. Чуть-чуть укусит, так, полпальчика, да? На, кусай. За каждого краба штраф 600 рублей. Алешка, там на сколько ты штраф он стрелял? Нельзя ли выдать наличными? Все.
побежал. А чего он не бежит-то? Быстро. На, папа. На, папа. Все, убежал, что ли? Или он уже полумертвый? Сейчас освободим. Ничего себе. Он сейчас получит удар смертельный. Ну так, прилично. Крабик сидит глазиком одним. Усматривает. Говорит, как бы мне оттуда выбраться. Ёнка, спасайся. Ёнка, спасайся. О, какой большой. Видишь, какой. Ой, второй, глянь, клешню показал. Они сейчас расползутся. Вот так. Вон он сидит там. Раз. Ай. И как колючий. Осторожно. Помогите. Яна уже спать хочет. Спасибо. Да, вот это Яна стоит красиво. Мимо проехала машина. Мы вышли поснимать горы и ждем папу. Вот там вот горы везде высокие. А Яна стоит на дороге и ждет папу. Что-то не едет наш папа, да, Яна? Говорят, его там дядя Уткин обидел. Большую рыбу из-под носа утащил. Поэтому наш папа чемпионом не стал. Ну, дядя Уткин, мы тебе физиономию-то набьем. Да, Яна? Ты как гномик пошла, да? Эй, Яна, аккуратнее там. Вот тут местные на тачках разъезжают на пути. Вот на даки. Да. Да, вот такие они тут все. На мерседесах разъезжают. Проехал, да? Мопед драндулет. Пердулет. Угу. Мама, Яна вчера купила себе лак модный. Модный-примодный. Яна, хватит эти камушки кидать. Нет? Ну, пойдем папу встречать. Яна кидает камушки. Они ветер такой холодный-холодный. Зима, наверное, близко. Вот, наконец, папа приехал. Мы тебя заждались, папа. Ждем, а ты последний. Яна, подари папе цветы. Великому охотнику. Ой, спасибо. Мы уже все про тебя. С улитками. Ой, какие. Какой цветок весь в улитках. А эти какие цветочки. Спасибо, Яночка. Мы уже про тебя, папа, все знаем. Да, что ты великий охотник-чемпион. А Уткину морду набьем. Мы уже решили с Яной. Пойдем. Да. Куда пойдем? Яночка, я открою воротики. Ну, мерз так не красный. Это наши апартаменты. Апартаменты. По-другому их не назовешь. Яна полезла на свою кроватку. Яна там спит, да? Яна, как ты там бай-бай делаешь? Вот так Яна бай-бай делает в своей кроватке. Скату так и не снимаешь. Ну ты же сказал, не надо снимать скату. Он такой маленький. Килограмму на два. Вот, это петушок, которого папа за 5 рублей вытащил. Первого раза. Ну-ка покажи Яна петушка сюда. Ян, покажи петушка. Вот Яна показывает, какого папа петушка вытащил.
Сегодня 19 сентября. Ветер гуляет третий день. Мама, чик-чик. Да ничего там, у тебя чик-чик не получится. Мама. А вот тут вот папа спит. Он сегодня устал. Пришел из моря, поймал ската и горбыля и ската. Боролся с маленьким скотенком. Да? Кстати, там шип лежит. Шип, а зачем? Я его на шею кладу, чтобы его носить, как трафик. Ух, Янка хулиганка. Яна сегодня первый день не купалась в море. Что-то покашливает. Петушок. Такой холодный ветер на пляже, что из воды не выйдешь ни за что. Петушок. Петушок, петушок, золотой гребешок. Все. Нечего. Сейчас мы будем снимать, как Яна катается высоко на качелях. Ну-ка, высоко, 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 высоко. Вот это да! Вот это да! Вот как Яна высоко катится на качелях. Мама, я чепи. Смотрю, смотрю. Еще? Еще катайте. Внимание. Это у нас бесплатный цирк. Яна, пойдем поснимаем красивые розочки, там распустились. Что? Вы сейчас снимите шип от рыбы. Давай. Вот это шип от ската хвостакова, морского кота, которого я вчера замочил. Угу. Шип. А это астры, которые распустились, несмотря ни на что. Несмотря на то, что Яна их тут периодически драконила. Пёрышко. Это от птички, которые вчера местные кошки съели. Пёрышко. Да, все, что осталось от птички. А уж представляешь, какая она была красивая. Как скат. Она была такая. Ну пойдем, Яна, дальше. Нет, скат был. А это отмороженный котик, которому крепко от Яны доставалось. Ух, что она с ним только не делала. О, убегай, убегай. Удирай, кот. Кс-кс-кс. Ты глупый. Это мы каштанчики собираем. Один нам попался лысый,
а один очень колючий. И колючий. Да, этот лысый каштанчик, а этот колючий. Ну-ка покажи, где колючий. Вот колючий. Вот колючий. Мама, дети. Очень колючий. Мама, дети. Да. Мы сейчас достанем каштан, посмотрим, как он. Какого он цвета, белый или коричневый, да? Коричневый. Мама, тысяч. Угу. Мама, тысяч. Это хозяйские перчики. А это виноград хозяйский, где тут такой растет. Яна играет с Викой. Это у тебя кто? Держи кота за руку. Ня. Чё, ня? Серёга, ня. Спасибо. Давайте, ведите его за ручки. Ну что ты с ним делаешь? Эй, кота разорвете пополам. Ну не надо, отпусти. Яна, отпусти киску. Ну что ты, по земле иди. Возьмите его за лапки как следует и ведите. Вот какой котеночек, да? А вот так нельзя еще? Можно. Только это не фотографии же будут. А что, кино это снимается? Да, это кино. Если хотите, я вас могу сфотографировать. Яна. Ну, хочу. Хочешь? Да. Давайте сейчас возьмем фотоаппарат. Мне кота... Яна, отойди подальше. Сегодня 23 сентября. Яна кушает арбуз. Завтра мы уезжаем домой. А Яна, тебе нравится арбузик? Нет, сказала она, широко открыв рот. Тебе еще отрезать? Сейчас отрежу тебе еще. Большой, большой такой. Кто большой? Арбуз большой? А кто? Большой, дядя. Камера большая? Это Яна. Угу. Яна кушает арбуз. Солнце я нарисую. Ну, она на моих ногах рисует почти. А ты альбомчик подвинь. Яна, осторожно. Что, под глазом? Нарисовала Вики под глазом. Сейчас вытрем. Чем мы тебе в прошлый раз оттерли? Не знаю. Водичкой. Водичкой смылся. Да. Сейчас будем тебя опять умывать. Яна, осторожнее надо. Сейчас на себе буду рисовать. Закрой карандашик в бачку. Яна, расскажи, что ты рисуешь. Котика. А еще кого? Котика, да. Котика, а еще кого? Котика. А крабика?
А верблюда? Они еще верблюда. Выкиньте мне. Сейчас. Это мне так не нравится. Вдруг мама придет. Сейчас вытру. И увидишь, что мне под глазом там нарисовано. А чего это?